Я в школу пошла, когда у меня старший уже закончил, средний учился в университете, младший учился уже в старших классах, и дочка была в третьем классе. Вот я пришла в школу. У меня своих четверо. Я поняла, что я умею объяснять. Когда я с детьми дома готовилась, я понимала, что я могу материал доступно, просто и хорошо подать. Надо знать свой предмет, конечно, от и до, то, что надо готовиться к урокам, чтобы как-то не опозориться, это понятно. Потом честность, разумеется, честность. То есть сказал, сделал, где-то что-то не то сделал, ошибся. Извиниться надо, это нормально, это правильно. И дети, кстати, к этому даже, к таким людям, которые признают свои ошибки, они испытывают больше уважения. Вот это, мне кажется, очень важный момент. Потом самоирония. Надо к себе относиться спокойнее. Учитель не пуп земли, порядочность. Потому что если учитель показывает, что ему неприятно такое неуважительное отношение детей друг к другу, они это видят, они это понимают. Я вижу себя профессионалом. То есть я должна детям дать все, что я могу. Максимально вложиться в то, чтобы заинтересовать. Постараться найти подходы, чтобы заинтересовать, и выдать результат. То есть это, конечно, профессия, и она требует своей отдачи.